рубеж 19 и 20 веков, время перемен и надвигающихся катастроф, был самым плодотворным в русской художественной культуре. Новое объединение, спорящие и конкурирующие между собой, от символизма до абстракционизма, поочередно занимали главенствующую роль в отечественной культуре. Напряженные философско-нравственные искания этих лет выразились и в искусстве. Поиски надмирного, того небесного, на который человек не может повлиять, но всегда ждет оттуда помощи и чуда, возвращение к истокам и идеализация исторических личностей, эмоционально эти тенденции очень близки здесь и там, желание идеального существования, того существования, которого нет в повседневности, но по которому так тоскует душа. Искания художников не были обособлены от процессов, происходящих в то время в русской литературе и философии. Древнее благочестие и, как его проявление, упорядоченный боярский быт на фоне архитектурного узорочья вызывал неподдельный, правда, эстетический интерес у публики. Значительную роль в этом увлечении сыграли открытие ранее подключниковым иконы и росписи Успенского собора Кремля. Все большую популярность приобретает коллекционирование предметов старорусского обихода, выставки старообрядческих икон входят в моду, наряду с экспозициями передвижников. Естественным становится отражение и идеализация прошлого в творчестве художников. Они в это время все чаще обращаются к графике, не только как к подготовительному этапу, быстрому наброску или более тщательному эскизу, но и как к самостоятельному жанру, в том числе и книжной иллюстрации. Разнообразие графических средств и приемов, безусловно, свидетельствует об этом интересе. Художники работали сепией, сангиной, углем, тушью, акварелью. Прекрасными акварелистами были Маковский, Суриков, Васнецов и Крамской. Графика – наиболее камерное искусство. Оно позволяет ближе познакомиться с особенностями стиля художника, увидеть его с неожиданной стороны. Потому собрание графических работ интересно еще и возможностью близкого знакомства с мастерами эпохи перемен, столетней давности. А быть может, оно добавит нам новые оттенки и понимание современности.